Всем привет. Деградирую, начинаю снимать ролики на камеру мобильного телефона. Просто сегодня меняем ремень на Peugeot 408, а туда камерой не подлезешь. Ремень можно поменять быстро, поэтому много внимания видео я не стал уделять. Просто смотрите и, если захотите, делайте так же. Вот эта штука, натяжитель ремня, оттягивается ключом на 30. Здесь же сразу они предусмотрели стопор. Вот он, пружинный. Достаточно оттянуть и его надавить, чтобы он вошел в зацепление. А потом вы просто оттянете натяжитель. Стопор сам выйдет, отпустите и ремень натянут. С этой точки зрения все сделано очень приятно для пользователей. Есть там вот такая хитрая штучка, вот она, со специальными местами для пальцев. Интересно мне, конечно, о чем думал тот человек, который это делал. В общем, ее надо оттянуть до появления характерного звука, вы услышите. Сначала я не знал об этом, оттянул ее просто до упора. Оказалось, если приложить чуть большее усилие, то эта фишечка тянется дальше. Сейчас я оттяну ее, и вы услышите характерный звук. Слушайте. Все про все, если вы не занимаетесь дурью и не снимаете видео, можно уложиться в минут 5-7. Саму замену ремня показывать не буду, потому что я там кряхтел, тужился. Надо подлезть вон туда, к шкифу коленвала. Начинать советую, скинув ремень с генератора, потом с шкифа кондиционера, и потом уже легко можно будет снять его со шкива коленвала. Посмотрите, как я завернул эту хитрую штучку, потому что приходится работать одной рукой, и одной оттягивать, а второй вытаскивать ремень не получится. Просто загнул ее чуть-чуть наверх, и она в таком положении зафиксировалась. Сейчас я ее сдерну. Характерный звук был возврата назад. Защелкнул на место, и там все готово. Начал со шкива коленвала, потом накинул ног на кондиционер и на генератор. Все достаточно легко. Дубль номер 2. Все, ремень натянут. Вот этот ремень прошел 110 тысяч километров. По нему видно, что ему пора на пенсию. Но можно его назвать работающим пенсионером. Еще работал, даже не скрипел. Замены тянуть особо не стоит, но то, что я дотянул до таких сроков, ничего страшного. На одной марке машины, назовем ее, чтобы не обижать их, жопелем. Там шкив генератора сделанный из алюминия, и если гонять с таким ремнем, шкив просто съедается. Ну, здесь сделано все на совесть. Так что, в принципе, можно не паниковать раньше времени. Как всегда, номерки внизу под видео, номерок ремня и цены на них, соответственно. Там же под видео есть кнопочка лайк и подписаться. Не забывайте про нее. До свидания.